Строительная отрасль Беларуси будет ориентирована прежде всего на массового потребителя. Сегодня об этом говорили на заседании Президиума Совмина, рассматривая проект стратегии развития этой сферы Беларуси до 2025 года. Основной акцент на рынке индивидуального строительства – это 2 миллиона квадратных метров в год. При этом цена за квадрат будет держаться в диапазоне средней зарплаты по стране. Мы намерены предложить планировки квартир, которые будут оптимизированы по сравнению с тем, что сейчас предлагается на рынке, для того, чтобы максимально оптимизировать стоимость самой квартиры. То есть минимум на 10-15% уменьшить площадь предлагаемых однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных квартир. Среди основных направлений развития строительной сферы также увеличение кадрового потенциала, наращивание экспорта строительных услуг, увеличение производственной мощности строительного комплекса, переход от бюджетного финансирования к ресурсам коммерческих банков. В ноябре предложения по дальнейшему развитию отрасли представят главе государства.